Лапта – один из самых древних видов спорта. Упоминания о ней встречаются даже в памятниках древнерусской письменности. Позже лапту использовали в качестве действенного средства для физической подготовки солдат. Ну а в наши дни устраиваются разного уровня первенства, кубки и чемпионаты по русской лапте. Наш Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы славится своей сильной командой игроков лапту и отличной научно-методической и спортивной базой для обучения этой игре. Именно поэтому чемпионат России по мини-лапте проводился в нашем вузе. Отметим, что мини-лапта, то есть лапта в спортивном зале, в отличие от большой лапты на открытых пространствах, была изобретена в свое время именно в БГПУ. С 27 по 31 марта в рамках чемпионата УФУ посетили 22 команды со всей страны. Кроме участников из Башкортостана, свои силы испытали гости из Воронежской, Тульской, Свердловской, Пензенской, Тюменской областей. Соревнования проходили как среди юношей, так и среди девушек. Победителям этот чемпионат, без сомнения, запомнится на всю жизнь. Ведь по итогам соревнований 12 участникам было присвоено звание мастера спорта. Как сказал первый вице-президент Федерации русской лапты России Сергей Фокин, занятия лаптой на уроках физкультуры стали актуальными после введения третьего часа физкультуры в школах. Кроме того, это игра, не требующая особых материальных затрат. Возможно, к тому времени, когда вырастут нынешние школьники, лапта будет столь же популярна у нас, как бейсбол в Америке. В итоге команда БГПУ «Уфимские ястребы» получила первое место. Второе место у команды школы высшего спортивного мастерства Воронежской области. Третье место досталось команде Тюменской области. Среди девушек победителями стали представительницы вузов Башкортостана. Первое место завоевала команда БГПУ. Второе место – команда УГС. Третье место досталось команде УГАТУ. Поздравляем наших победителей!